В столице открылась фотовыставка, посвященная истории и перспективам развития ядерной энергетики в нашей стране и мире. Она приурочена ко дню работника атомной промышленности Казахстана, который отмечают 28 сентября. Выставка будет проходить на протяжении недели на мосту Атырау. Фотозона поделена на несколько тематических разделов. Ретроспектива развития атомной отрасли, ядерные технологии в повседневной жизни, международные акции сторонников атомной отрасли и атомная промышленность Казахстана. Как отметили организаторы, основная цель мероприятия – продемонстрировать широкий спектр возможностей для использования атомной энергетики в различных сферах. Для Казахстана это не новая сфера. У нас имеется очень хорошая инфраструктура, очень хорошая квалификация. Более 17 тысяч работников трудятся в атомной отрасли. Около 7 высших учебных заведений имеются, где обучаются молодые специалисты, молодые студенты. На протяжении, если будет строиться атомная станция 10 лет, у нас еще будет разработана соответствующая программа по подготовке квалификации кадров.